Ну что, готов наш чехол на Shelby Cobra. Такой вот потрясающий он получился. Здесь мы сделали печать логотипа. Сидит идеально по формам. Здесь у нас так утопает материал. Делали в этот раз из тонкого материала. Как делали чехлы для мотоциклов, село прямо идеально. Все по форме. Чехол убирается в сумочку, специально пошитую для чехла. И можно удобно хранить. А что это за дядька едет у нас такой на серьезном аппарате? Тимон, приветствую. В общем, композицион на стеночке. Обратите внимание, даже рожица моя видна. Вот такая вот штука. Так, а у нас еще, ребята, смотрите, какой мега подгонщик. Текстура Workshop. Сделали нам столик такой журнальный, который будет стоять у нас в офисе. Где-то вот в этих вот краях, еще не знаем пока где. В общем, посмотрите, очень, мне кажется, стильно, круто. Стильно, модно, молодежно, так что спасибо огромное, пацаны, прям очень круто. Ну, мы еще, естественно, когда все соберем в кучу, вам покажем.